Хоть небольшой, но снова рост. В регионе сегодня 192 случая заражения коронавирусом. Вчера было на одного заболевшего меньше. В лидерах по инфицированию по-прежнему областной центр. Здесь заболел 61 человек. 37 случаев зафиксировано в Боровичах, 17 в Старой Руси. Выписаны после болезни 166 пациентов. Летальных исходов сегодня нет, а всего с начала пандемии скончались 463 новгородца. Первую прививку от коронавируса на данный момент сделали чуть более 180 тысяч. Полностью привиты 143,5 тысячи человек.